Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала матерью. В сентябре 2019 она родила сына Федора. Ее старшему сыну Андрею Удалову Миронову на тот момент уже было 27 лет. Федор – сын актрисы, от брака с бизнесменом Андреем, директором по развитию российско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями в области офтальмологии. Накануне единственная дочь Андрея Миронова опубликовала совместное фото с младшим сыном, который лаконично подписала «Главное место в жизни» и дополнила хэштегом «Любовь». Поклонники актрисы порадовались ее новой фотографии с трехлетним сыном и адресовали обоим теплые слова. Подписчики регулярно отмечают сходство Федора с матерью и знаменитым дедом Андреем Мироновым. А что скажете вы?